Всем добрый день. У компании Faberlic вышла потрясающая новая коллекция, которая называется My Honey, то есть мой мед. Здесь настолько много продуктов, что мы, наверное, каждому из них посвятим небольшие ролики, потому что есть смысл оговорить. Безусловно, я пользуюсь не всеми, не все у меня есть, но по ходу поделюсь. В общем-то, я начну с тех позиций, которые мне уже понравились и которые мной оценены. Итак, пожалуй, я обзор начну с шампуня. Есть у нас вот такой вот кондиционирующий шампунь под номером 85-58. Я, в принципе, к косметике с экстрактом меда, ну, вот здесь у нас прополис, да, отношусь достаточно настороженно. Ну, во-первых, я аллергик, не могу сказать, что прям мед меня так воодушевляет и потрясающе нравится. Но, тем не менее, некоторые продукты я решила себе взять и не пожалела. Мне понравились. Снова-таки повторю, что я взяла не все, но тем не менее. Взяла для себя шампунь. Вот здесь есть некая особенность. Во-первых, почему именно этот шампунь? Да, потому что просто-напросто хотелось попробовать что-то новенькое. Во-вторых, заинтриговало название «кондиционирующий шампунь». Сразу скажу, это вот здесь написано «шампунь плюс кондиционер». По мне, все-таки это не продукт для два в одном. Мне все равно после применения этого шампуня нужно обязательно применять маску. И я применяю маску для зрелых волос. У меня еще осталось из предыдущей, как мы говорили, про волосы коллекции. Дальше, ну то, что тут вот шампунь с медом, воском и прополисом, так и есть. И я думаю, нет смысла говорить о том, как хорошо работает и мед, и прополис. Вообще оздоравливает и кожу, и волосы, насыщает всякими микроэлементами, витаминами, делает крепче. Сразу скажу, этот шампунь будет бороться с перхотью, потому что грибок перхоть, если это грибок, он с прополисом не совсем дружит, поэтому этот шампунь будет работать. А в пенящейся основе это содиум лаурет сульфат, поэтому применять этот шампунь нужно правильно, не более там 3-5 минут выдерживать на голове и смывать. Снова-таки повторю, что мне одного шампуня в качестве кондиционера недостаточно. И не хочу сказать, что это вот копна сразу волос такая, вот электролизующаяся, там развивающаяся и так далее, там подобное. Но я привыкла, что вот после шампуня есть потрясающее ощущение чистоты, так и есть. Действительно, волосы чистые, действительно есть объем, а я мою голову каждый день. И мне нужен шампунь, который бы хорошо вымывал, который держал бы объем. И в то же время у меня должен присутствовать кондиционер, поскольку я не могу, вот прям субъективно, это может быть мой бзик, но у меня вот как очищающее средство и тоник ходят в паре, точно так же шампунь, кондиционер или там ополаскиватель или бальзам, но должен присутствовать. Вот такой нюанс. Дальше, ну вот то, что меня подкупило. Следующее, меня очень подкупил аромат. Очень. Мне безумно нравится вот этот аромат. Во-первых, он не чисто медовый. Не чисто прополис. Здесь есть нотка какой-то мяты, какой-то свежести. Вот первое. Снова-таки, может быть, это мне так кажется, но тем не менее, вот судя по тому, что линалул, лимонены тут присутствуют в качестве ароматизаторов, таки да. Вот эта вот нотка какой-то цитрусовости, какой-то свежести, она присутствует. И, безусловно, что мне очень-очень, вот лично мне нравится, это то, что присутствует оливковое масло, которое ухаживает за волосами. Вот если в целом вот так вот посмотреть, по мне этот шампунь даже годится для зрелых волос. То есть и мед работать будет, и прополис. Ну, а, собственно говоря, медовый воск, он вот работает как кондиционирующее средство, он восстанавливает структуру наших волос по всей длине и придает вот эту вот шелковистость, эту гладкость. Ну, то есть, замечательный, вот с моей точки зрения, просто потрясающий продукт, который очень экономный. Вот видите, у меня дней 10, я, ну, вот так вот он у меня, конечно, липковатый, пардоньте, к вам не готовилась, но, тем не менее, показала, что он у меня действительно используется. Приятного желтоватого оттенка. Ну, пойду так уж и быть, помою потом руки, я вам его продемонстрирую, да. Вот такой вот он с перламутром, вот такой вот, как жидкий мед, с потрясающим ароматом, вязкий, тягущий, но он очень пенится, он очень экономичный, но потрясающий, просто. У меня оценка этому шампуню супер. Ну, а в следующем ролике я пошла быстро смывать, мы поговорим о следующих продуктах.